Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Здравствуйте, решим задание 398. Нужно найти x и пункт А. x 18 равняется 2 третьих. Чтобы найти x, в этом случае нужно воспользоваться основным свойством дроби. Чтобы получить из знаменателя 18 знаменатель 3, нужно 18 разделить на 6. И числитель тоже нужно разделить на 6. Тогда получаем 2 третьих дробь. 18 разделить на 6, это будет как раз 3, а числитель у нас вот здесь дан 2. И нужно в итоге решить уравнение x, деленное на 6, равное 2. X это неизвестное делимое. Чтобы найти делимое, нужно частное умножить на делитель, то есть x будет равняться 12. Пункт B, 15 в знаменателе x равняется 3 четвертых. Чтобы из числителя 15 получить числитель 3, нужно 15 разделить на 5. Значит, и знаменатель x мы тоже делили на 5 и получили 3 четвертых в итоге. То есть x, деленное на 5, должно равняться 4, или x будет равняться 20. Пункт V. Единица равняется x 337. Но здесь нужно вспомнить, что чтобы получить единицу, нужен, чтобы числитель был равен знаменателю, то есть x тоже будет равняться 337. И последний пункт, пункт G. 33 х равняется 3. Деление то же самое, что и дробная черта, поэтому заменим. И нам нужно найти делитель. Чтобы найти делитель, нужно делимое разделить на частное, и получаем, что х равняется 11. И выполнили задание 398. А если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.